была возможность спокойно завершать атаку. Максим Шабанов, первая шайба в сезоне. И 21-летний форвард очень рад. 3-1, выход, бросок! И быстро Салават Юлаев восстанавливает равенство в счете. Вот уже 2-2. Ну, действительно, повторяется сценарий первого периода. Санников отличился. У него теперь 199 очков в КХЛ. У Бочарова, отличившегося, сегодня 99 голов, а у Санникова 199 очков.